Это был самый долгожданный проект для нашего продакшена. После дрифта Супры в Питере я знал, что будет продолжение, но в еще более масштабном проявлении. И оно не заставило себя долго ждать. Чего, у нас сегодня большой день. Собираем, настраиваем технику, операторы будут скоро расставляться по позициям. Гиперкары уже на месте. И команда наша состоит примерно из 30 человек. Будет весело. Я думаю, мы повеселимся. Основной задачей для нашего продакшена стала демонстрация сумасшедшего уровня пилотов Кабардина и Цареградцева и возможностей новейших гиперкаров в Сланке. Задача была показать скоростной парный дрифт в городе с таких ракурсов и с такой динамикой, которая еще не встречалась в данном жанре. То есть нужно было смешать репортаж, постановку и художественную съемку так, чтобы это смотрелось единым целым и на одном дыхании. Зачем нужен был этот риск в камере, вот эти суперблизкие парные заезды? Он нужен за тем же, зачем мы и рискуем на соревнованиях. Чтобы когда ты закончил заезд, тебе было не стыдно выйти из машины, посмотреть на трибуну и сказать, ну что, видели, какой я заезд сделал? В момент съемки, когда ты снимаешь, тебя все устраивает. Потом проходит какой-то промежуток времени, ты уже начинаешь видеть все эти косяки, и, естественно, тебе, конечно, продукт не устраивает. Да? Но судить это не нам, а вот нашим зрителям. Более того, я не всеми заездами доволен, и даже вот сейчас, пересматривая, мне хочется еще ближе здесь проехать, и чтобы еще меньше было следов под нами. Никто этого еще не делал. Сколько вы роликов не посмотрите, ни у кого нет проездов с первого дубля. Все едут по своим следам. Как это без следов? Но это невозможно, никто так не делал, потому что есть масса факторов. Это первое, это, конечно, погода, зацеп. Это не предусмотреть, понимаешь, если ты едешь по максимуму. Конечно, если ехать просто на второй передаче вокруг столбика, можно снять с первого дубля. Местами мы 170 ставились. Конечно же, хочется быть настолько крутым и настолько понимать все покрытия, чтобы сходу ехать 170 близко, парно и с первого дубля. Надеюсь, мы до этого дорастем. На каждую локацию у нас было 5-6 дублей. Во время съемок движение общественного транспорта перекрывалось, и безопасность обеспечивалась сотрудниками ДПС и маршалами. Поскольку Петербург — родной для нас город, почти все локации были взяты из головы. Мы коллективно собирали идеи, а потом планомерно отсеивали непригодные локации для дрифта. Мы работали на стрелке Васильевского острова, на мосту Бетанкура, на Суворовской площади и на набережной реки Фонтанки. Кстати, мост Бетанкура был совершенно случайно найден на спутниковых снимках. Тогда этот мост еще строился, и о нем никто не знал. Когда мост достроили, мы сразу отправились его смотреть и просто обалдели, насколько нам подходит эта конфигурация, какие там будут классные затяжные дуги. Был единственный вопрос, на какой скорости пилоты должны будут там поставиться. Но после разговора с Кабардиным мы поняли, что у нас не возникнет никаких проблем. Это самая скоростная локация, и у нас все получилось. Задача стояла такая. Нужно сделать столько перекладок, сколько логически позволяет тебе сделать мост. А там, в принципе, вот эти повороты, они то затяжные, то совершенно микроскопические. Поэтому всей той техникой, которой мы обладаем, мы как бы должны были на этом участке применить. Но мы старались там. Практически на полных ходах шли. Если брать как локацию, то максимум, что выдали фланкеры, вот там, вот я вот почувствовал предел автомобиля, это, конечно, мост Бетанкура. Моя любимая локация на проекте – это участок города, набережной реки Фонтанки, Пантелеймоновский мост и первый инженерный мост. Сложность данной локации была в том, что машины должны были попасть в узкий проезд на набережной реки Фонтанки, залететь на мостик. Честно сказать, на
локейшн-чеке мы думали, что это будет последняя локация для фланкеров, но когда мы сделали первый боевой дубль, я посмотрел на плейбэк и подумал, вау, это было круто. Я вспоминаю вот этот прыжок, когда пришлось мне оттормаживать Бернаута, а я еще до этого момента говорю царю, давай я сделаю так, я поставлюсь до, ну, чтобы как бы чуть-чуть взлететь. Он говорит, это вообще невозможно. Я говорю, как это невозможно? Давай попробуем. Вот. Ну, и я как бы попробовал, да. А там как происходит? Что, если что-то не так пойдет, и как это закончится, практически непредсказуемо. Поэтому все возможности отыграть назад, если что-то не так пошло, у тебя все эти варианты в голове уже должны быть до того, как ты начал снимать. Но следующий заезд, там, где я уже черкнул днищем, я сделал то же самое, да, только уже с другой инерцией оставился. Ну, уже с учетом тех ошибок, которые были там. Ну, прикатывать у нас бы не было такой возможности. Нам нужно было сразу пилить на результат. Разумеется, на этом проекте не обошлось без старого доброго крана Spider-Arm, который позволял снимать нам динамичные шоты. За счет передвижной стрелы можно было брать самые смелые ракурсы с изумительной стабилизацией на высоких скоростях. Мы придумывали интересные траектории движения крана. Мы хотели, чтобы она сильно отличалась от траектории движения фланкеров, чтобы у нас были пересечения, чтобы картинка была живой, динамичной и интересной. Но в то же время нам нужно было все делать безопасно, чтобы не было никаких инцидентов. Наверное, если не учитывать технические моменты, которые постоянно происходят на съемках, для меня самой главной проблемой был синхрон с игровыми машинами. Представьте, что прозвучала команда «Начали», а ты сидишь в кране с пультом Ронина, уставившись в монитор, мимо тебя несутся фланкеры, и ты обязан их словить и скомандовать одновременно водителю, оператору крана и фокус-пуллера, что нужно делать. Это крайне сложно, но когда получается, радости нет предела. Также нам очень хотелось показать какие-то детали автомобилей, дроссели, тахометр. Нам эти кадры нужны были для динамичных перебивок, но зрителю всегда интересно, что же там происходит под капотом. Для этого мы привезли фланкеры в павильон «Ленфильм» и сняли крупные планы с роборуки Кука на макрообъектив. Для меня, конечно, откровением стала съемка на «Ленфильме». То есть я такой первый раз вижу это, я понимаю, что о, это кино. Сходу не подумаешь, что снято в павильоне, как будто, ну, действительно, вот это все происходило. А я-то видел, как это снималось. Это в статике все снято. Очень круто. Три Реда, два Инспайра, один Фантом Флекс 4К, роботизированная Кука, кран Спайдер-Арм, спортивный дрон. Так жирно дрифт-проекты, наверное, еще не снимали. Я каждую локацию, на которую мы приезжали, воспринимал как новую гоночную трассу. Приезжал именно как спортсмен, выходил так, сюда я смогу здесь проехать, сюда. Здесь у меня будет апекс, здесь я смогу ускориться. И иногда это мешало съемочному процессу, потому что я излишне увлекался скоростью, ну, представлял, что я в гонке. А Аркадий у нас в глубине души чистый спортсмен. Мы такие стоим на старте и начинаем трогаться. Ну, я там как бы на лайфе сижу сзади, он трогается. И, естественно, вот этот прыжок первый, он как бы спереди. Я начинаю его догонять. А он как на соревновании, вот на постановку. Он четко как бы вот находится на соревновании. Все, что до упора выжимает с машины, вот. А от этого вот разницу никак не сократить. И, допустим, когда Сергей Леонидович за мной ехал, говорит, да едь ты помедленнее, куда ты от меня сваливаешь? Я ему говорю, слышь, Аркаш, может как-то это самое, ты сначала поймаешь меня в зеркале, что я рядом, а потом уже кочегарь на полную. Ну и вот понял, что он так не сделает, чуть раньше трогался, и мы как бы уже в динамике всегда шли вместе до постановки. Но и всегда, когда выбор стоит, кого взять, как второго пилота, вот, это должен быть такой же безбашенный, но, естественно, выбрать пал на кого, на царя. От проекта к проекту мы все серьезнее подходим к звуку. Хотелось, чтобы зритель, сидя у монитора, чувствовал себя, как будто бы он сидит в гиперкаре. Сергей Кабаргин из тех людей, кому очень важен звук видео. Поэтому перед нашей командой стояла задача записать именно чистовой саунд и передать акустику тех мест, где проводились съемки. При этом конфигурации были протяженные, дубли продолжительные и динамичные, а запись звука велась со статичных точек. Нам пришлось продумать расстановку звукооператоров на траекториях так, чтобы записать самые яркие и ключевые моменты. Следующая проблема, с которой мы столкнулись, это была громкость гиперкаров. Боевые версии фланкера ревели беспощадно, и для многоканальной записи на автодроме нам пришлось подготовиться основательно. На заводе «Неватон» в Санкт-Петербурге для нас изготовили революционные кастомизированные, суперкомпактные, жаростойкие конденсаторные микрофоны, способные выдержать звуковое давление, соизмеримое с давлением двигателя ракеты на
на взлете. И в то же время с точностью передающие все нюансы и детали звука. Фланкеры «Дрифт в городе» — это автомобильный дуэт, и гиперкары в нем звучат в унисон. Казалось бы, автомобили одинаковые снаружи, но совершенно разные внутри. Нужно было подчеркнуть индивидуальность каждого и выделить характерные черты. Для этого нам понадобился не только чистовой звук с площадки, но и провести целый день на автодроме для отдельной записи каждого из автомобилей. Имея отдельно звук каждой из машин, можно грамотно дирижировать на миксе. По сравнению с предыдущей нашей работой, в этот раз нам хотелось добавить больше художественности. Мы добавили видеоигровых сцен, интегрировали вымышленных персонажей по сценарию. Главные герои, владельцы фланкеров, такая хамоватая золотая молодежь. Я специально искал реальных людей, это не актеры. Пришлось постараться, чтобы найти такие типажи. На постпродакшене мы сделали около 12-15 вариантов монтажа. Где-то нам хотелось добавить динамики, где-то расширить кадры, чтобы прочувствовать больше локацию, минимизировать количество монтажных склеек, чтобы это выглядело единым целостным продуктом. Ценность каждого дубля была сумасшедшая. Мы целенаправленно не стали на съемках убирать из кадров операторов, которые могли попасть в объективы других камер, и решили сделать большую работу по клинапу. И в завершении хочу сказать, что Сергей Леонидович — титан среди всех гребаных отморозков. Такие проекты, которые он тянет, просто ради того, чтобы это было, чтобы показать зрителю дрифт, чтобы самому кайфануть, это достойно большого уважения, что он собрал такую сильную команду. И результат, конечно, получился впечатляющий. Я, конечно, хочу поблагодарить, ну, во-первых, себя. Вот. Круто, что у нас все получилось, и мы задали очень хорошую планку на будущее. Подводя итоги этого проекта, могу с уверенностью сказать, что он войдет в мировую историю дрифт-индустрии. Респект всей команды, потому что, в принципе, начиная от маршала и кончая исполнительными главных ролей и съемочной команды, не было бы этого видео. И мы бы не смогли, конечно, донести те прекрасы этого города. Поэтому большой-большой-большой респект всей команде, которые принимали участие в этих съемках. Хочу выразить благодарность Сергею Кабаргину за его безумные идеи, которые реализуются, и за его доверие нашей команде. Также я хочу выразить уважение и поблагодарить каждого участника нашей большой талантливой команды, без которой не получился бы этот продукт, и своему родному городу. Судя по тому видео, которое я видел, которое вышло, да, что бы я сейчас бы поменял? Первое. Всю съемочную команду, всех водителей бы уволил, потом назад бы взял их и сделал бы более качественное видео.